0,40 грамм, также главпатрон. Ничего сверхъестественного мы в боеприпасах не придумываем, не стараемся. Почему? Для того, чтобы показать вам, что вы, в принципе, приобретая эти дульные сужения, можете работать обычным боеприпасом, который вы видите на полках ваших магазинов оружейных. И не заморачиваться там чем-то импортным и так далее, не подыскивать что-то сверхъестественное. Ну а самое главное, вы должны понимать и не исключать этот момент никогда, что если вы еще и сами заряжаете, то путем экспериментов вы можете таких картинок достигать, которых даже при всем том, что и мне они нравятся, вы еще лучше будете достигать. Это надо тоже понимать. Я не знаю, сколько здесь дроби, вот в этом боеприпасе было. Это был 0,40 грамм, 35 метров. Но я знаю, что эта картинка очень хорошая. И она лучше многих картинок, которые дают вам штатные ваши чеки, 100%. 76 дробинок прилетело в саму мишень. Берем вот центр вот этот. Все, я вот сейчас вот стрелял прям по центру, как бы, и, ну, может быть, чуть правее как-то оно, ну, вот так осыпало, и мы исходим из этого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, до сюда, двадцать три, двадцать четыре. Ну, иногда бывает там на одно ошибаюсь, пишу, 23, 24. 23-24 дробины оказались внутри вот этого кружка. 35 метров. Если вы стреляли таким патроном в гуся, гусь фаршированный бы сразу был. До 60-70 метров, считая этим чоком, не просто возможно стрелять на таких боеприпасах, которые мы сегодня исследуем. А даже нужно. Даже нужно. Потому что я вам хочу сказать так. Вы должны понимать, что вы все стреляете 32 грамма и 36, некоторые даже 28, потому что те чоки, которые покупали вы раньше, они как бы и не оправдывали использование крупных навесок пороха и дроби, потому что, ну, зачем? Там система сама, ей без разницы, сколько вы там пороха напихали, она за счет физического сужения чока что-то там делает, что-то не делает. Но никаких плюсов и минусов нету от этого. Вот эта система, она работает напрямую, взаимодействует, значит, с давлением внутри ствола. И эта система, она в любом случае, за то лишнее давление, которое вы ей дадите, она вас за это давление отблагодарит. Отблагодарит вот такими картинками, для того, чтобы вы... Ну, радовались, будем так говорить, своему выстрелу и добывали что-то, ну, качественно добывали. Стреляем однерка 40 грамм. Пробуем, смотрим. Это была однерка 40 грамм. Те, кто по гусю охотится, те понимают, что эта картиночка, она очень хорошая. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, одиннадцать, два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть. 26 дробин вот здесь. 26 дробин в вашем гусе на 35 метров. Ему будет за глаза, я вам говорю. По качеству осыпи. Еще раз вот обращу ваше внимание, если вы заметили. Отсутствует, совершенно отсутствует центральный КСГ, коэффициент сгущения к центру, на всех градациях дроби и картечи. Неважно, чем мы стреляем. Будто это семерка, пятерка, однерка, тройка, два ноля ноли, картечи крупные. Вы всегда получаете вот такую ровную осыпь, способную убивать.
четко поражать вашу дичь. Сейчас будем стрелять 36 грамм однеркой. И я сделаю один выстрел без контейнерным боеприпасом. Тоже главпатрон 36 грамм. Посмотрите, что делать будет этот что будет, то есть если стрелять однеркой без контейнера 36 грамм. Ну и потом посмотрим, по-моему, у меня есть 36 грамм в контейнере однерочка. Сейчас глянем, стрельнем. 36 грамм био однерка. Открываем, значит, смотрим. 13-й год патроны, ребят. Ну завалялись. Извиняйте, что буду стрелять, с чего есть. Многие говорят, вот ты нам покажи, какие там пыжи были. Ну вот, картинка есть, все посмотрите. Однерка 36 грамм, био. Короче, боеприпас без лепестков у него. Контейнер. Стреляем. Мне очень нравится эта картина. 78. 78 дробин в итоге. Может кто-то скажет, что она плохая, но я считаю, что эта картинка очень хорошая. Да, там, возможно, пару дробин здесь вот не хватает. Одной тут, двоих дробинок здесь, одной здесь. 6 дробин не хватает для рисунка, который я бы назвал прям идеальным. Ребят, так мы и боеприпас сегодня не подбираем. Во второй части, вот, допустим, когда я снимал Чок-код Black Duck, да, я вам уже стрелял, я картину вам показывал подобранными боеприпасами, с которых мне понравилось, как летит. Сегодня я стреляю вообще, вот, поехали сейчас на съемки. Заехал у себя, там все старье пособрал, что было, из вот таких номеров дроби. Заехал в магазин, купил там вам картечи, короче. Ну, потому что все должно быть так, чтобы и вы видели, что мы с уважением к вам относимся, и чтобы вы знали, что мы думаем о вас. Думаем о вас так же, как старичок Паттернмастер. Старичок Паттернмастер красавчик. Я считаю, что для 36-граммового неконтейнерного боеприпаса эта картинка хорошая. Это можно стрелять по 2-3 раза, он, возможно, даст и лучше, но зачем? Вы знаете мою позицию. На охоте один выстрел, одна цель и одна возможность. Нет другого варианта. Редко бывает он. Поэтому мы смотрим, что было бы с вашим гусем, если бы вы, как я, бы выстрелили вот сюда. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Я всегда сначала считаю то, что тут. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 дробин. 28 дробин. Вот я открываю мишень, где было 40-граммовая. Однерка 40 грамм. 89 в листе, здесь 78 в листе. Там и там однерка, но тут 26 дробин, вот осыпало. Здесь 28 дробин, и вот осыпало. И здесь был бесконтейнерный боеприпас. Вернее, вот здесь. А вот здесь был контейнерный боеприпас. Сегодня ветер просто сильный. Другими словами, то, что мне говорят на производстве, что даже если нет лепестков, то эта система, особенно вот та система, которая используется в чоках Big Game, в чоках Code Black Duck, ну, таких вот, значит, она, даже когда у вас нет лепестков, она все равно правильно ужимает вашу дробь. Я вам показывал, что это сегодня мы стреляем с чока Code Black Big Game, у которого 30, по сути, 0,30, ну и плюс там высота кулачков, там, ну, будем считать его 0,38 сужение, 0,38 миллиметров. У вас у кого-нибудь 0,15 компенчок или 0,15 киксчок с его физическим сужением 0,38 миллиметров показывал такие осыпи? Я сколько стрелял, не видел. Ну, прям вот говорю, я не видел. Похожее что-то там было.
Но в большинстве случаев это вот ребята нас сами заряжают, подбирают там пыжи, пыжи там, не пыжи, порох, не порох, там у них это все постоянно, там варятся они в этой теме. Я в этом плане человек такой, как бы я вот купил в магазине патрон, пошел стрелять, поэтому я вот паттернмастер, я его заценил. Туда же вот по центру, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, вот просто девять, десять. 10 дробинок центр отработали, а по большому счету боеприпас-то био. Идем дальше. Так, в общем, вот эти вот Азот Энерджи, 36 грамм, значит, однерочка, вот она. Вот с них очень много, я знаю, охотятся по гусю. Давайте я вот специально для тех, кто этот боеприпас использует, этот чок протестирую тоже сразу. Чтобы вам там, ну, знать, понимать вообще, что брать в магазине, если вы такую купили устройство. Ну, не случайно поднял еще раз однерку 40 грамм. 89 дробин сюда прилетело. Смотрим, 89. Здесь 26 по центру. Запоминаем. Азот Энерджи, 36 грамм, 90 дробин прилетело. Единственный участок, который я вижу, что как бы так, да, вот небольшое место есть. Ну, у нас как есть всегда, ребят, чем мы же это все обсуждаем с вами. По центру считаем, 22 дробины вот здесь, в гусе в нашем. Особь. Идеальная, в принципе, осыпь. Ну вот сюда пару дробинок. Я думаю, если бы мы стреляли несколько раз, он бы, может, вам сюда даже тоже бы положил. Но мы же не будем обсуждать там. И тем более стрелять 10 раз. Вот по факту. А по факту мы видим, что почему как бы вот момент, да? Ну, четко, ну что, я даже не вижу смысла. Ну, давайте вот гуся нарисуем даже вот так. Вот ваш гусь. Да его все равно прям нормально побьет. Даже если вот это незначительно для гуся как бы. Давайте зайца сюда поместим. Да его в любом случае разобьет этого зайца. Я считаю, что вот этот периметр, что он там не отработал боеприпас. Да ну и не отработал, не отработал. Кто охотник, тот понимает, о чем я говорю. Ладно, подводим итог. Я считаю этот выстрел удавшимся. Особь, на мой взгляд, особь практически идеально, идеально. И заметьте опять отсутствие коэффициента сгущения к центру. Я неустанно вам об этом говорю. Потому что мне многие, кто особенно недавно на охоту ездит, недавно с оружием ребята работают, они мне постоянно говорят, вот что-то тут рассыпало вот сюда вот. А как должно быть? Это же вам и надо. Старичок паттерн-мастер для вас это все делает, ребятки, чтобы вы не промахивались. Обращу внимание, раз-два, видите? Раз-два. И все. Ни в одном углу. Нету дроби. Я не удивлюсь, что он практически всю дробь сюда и положил. Но это так. На всякий случай, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Вы должны понимать, что мы не пятеркой стреляем там. И при стрельбе однеркой допустимо вот одно такое окошечко на выстреле. Тут количество дроби-то я не знаю сколько. Но я вам говорю, здесь 90 единиц. Сколько тут должно быть? Ну, наверное, около 90, 92, 95, там, сколько там должно быть, 36 граммах однерки. У нас на 33 граммах однерки 87 дробин, короче, было в главпатроне. В среднем. То есть 87-89 было. Вот я их несколько штук пересчитывал тогда. Здесь 36 грамм. Ну, возможно, под сотку. Ну, потерял он 8 дробинок. Там, к примеру, когда устройство на 35 метров теряет из боеприпаса однерки 8 дробинок, это счастье. Если оно даже не закрыло вот здесь маленечко, он по сути это боеприпас-то вот отработал, вы должны понимать, вот его окружность, вот она. И участок не отработанный, не то чтобы он вот такой, он вот не отработанный участочек. 1, 2, 3, дорисуй. Но я просто этой ерундой не занимаюсь.
и будет идеальная картина. Те, кто ребята вот мне звонят и говорят, мы там тоже добиваемся там каких-то осыпей, и там путем того, путем этого. Каждый раз, когда я это слышу, я говорю, скиньте мне фотографии, я оценю, посмотрю. Ни один еще фотографии не прислал. Каждый раз говорю, если у вас чеки там какие-то супер, давайте чеки баттл делать. Если не так далеко от Кемерово, Алтайский край, Томская область, там, Красноярский край, Кемеровская, Новосибирская область, да можно договориться, выбрать день, замутить чеки баттл. Я приеду со своими устройствами, вы приедете со своими чеками. Давайте постреляем, посоревнуемся, а что нет-то? Всем будет интересно глянуть. Правильно говорю, ребят? Правильно. Но пока меня никто не зовет. Вот, идем, заканчиваем, в общем, сейчас мы первую часть. Во второй части, значит, отстрелов этого чока, во второй части знакомства с чоком, значит, код Black Big Game, будем стрелять троечка, пятерочка и семерочка. Чтобы вы понимали, этот чок на предметы устройства как универсального устройства. Что вы его купили, вы можете использовать не только там по гусю, но и по уточке, по зайчику ходить, там ходовые охоты. Будем смотреть, можно, нет. Все, пока.